Рассказывают о героизме и мужестве, смелости и отваге. Уроки мужества с участниками СВО проводит «Единая Россия» в школах Камчатки. Такая встреча накануне прошла в средней школе номер 10 Петропавловска. Урок со старшеклассниками провел участник СВО Игорь Вориченко. Рассказал ученикам, почему и что мы, почему мы находимся на территории Украины и что мы там делаем. Рассказал им о ненужности заходить в интернет и рассматривать разные ссылки. Вот. Предостерегаем их от психологических атак. Ну и просто разговор о том, что как себя вести в экстремальных ситуациях. Рассказывали про фейки, про психологические атаки, информационные атаки. Для того, чтобы дети не попадали на крючок и не смогли быть завербованными. Потому что очень много сейчас есть сайтов, которые отслеживают все посещения, и детские умы не способны переварить большую информацию и не очень могут отделить правду от лжи. Для этого мы, ветераны боевых действий, приходим в школы, рассказываем им, доводим до их сознания о том, что Россия – это не захватчик, а Россия – освободитель. Игорь Терентьевич Вориченко ушел в зону СВО добровольцем с начала спецоперации. Такие уроки носят важное значение для патриотического воспитания будущего поколения. Ведь на этих уроках из первых уст дети узнают всю правду и достоверную информацию о событиях, которые происходят в зоне проведения специальной военной операции. Таким образом, они оберегаются от фейков, которые активно распространяются в сети интернет. Отметим, что уроки мужества проходят на постоянной основе в школах Камчатки по инициативе активистов регионального отделения «Молодой гвардии» «Единой России». Следующий урок запланирован на ноябрь.